То, о чем вы мечтали вчера перед вами сегодня. Я Дримси сегодня покажу, как убрать черные полосы по бокам в CS GO. С помощью NVIDIA, и если у вас ноутбук, то с Intel. Прежде чем мы начнем, я попрошу тебя посмотреть мой мувик по CS. Называется Genjutsu Itachi. Анимешником зайдет, ссылку в описании, в подсказке, в комментариях. Ну, короче, ссылку найдете. Начнем с NVIDIA. Открываем рабочий стол правой кнопкой мыши. Панель управления NVIDIA. Регулировка размеры и положение рабочего стола. И тут мы видим формат изображения во весь экран и выполнить масштабирование. Мы просто нажимаем на во весь экран и выполнить масштабирование на GP. GP это... А что это? Подождите, я забыл. Ну, короче, нажимаете во весь экран и GP. Все, готово. Если у вас вот этих настроек нету вообще, у вас NVIDIA не работает, говно собачье. Открываем настройки графики Intel, правой кнопкой мыши по рабочему столу. Открывается Intel. Дисплей. И вот здесь вот такие же настройки. Масштаб на полный экран, по центру, сохранять пропорции. И, в общем, мы нажимаем масштаб на полный экран. И у нас экран становится растянутым, то есть черных полос нет. Но если вы хотите оставить черный полос, то вот. Делаем вот так. Готово. Вот так выглядит до, вот так выглядит после. Надеюсь, я тебе помог. Пока.